подключаясь к вселенскому духовному источнику мудрости, изобилия и силы, человек удивительным образом обнаруживает скрывавшиеся до сих пор таланты и способности. У него каким-то волшебным образом появляются новые возможности и открываются удивительные горизонты. И он удивленно говорит, спрашивая себя: «А где же это все было раньше? Почему я этого не видел и не замечал?»